Обеспечить российский рынок высококачественной продукцией отечественного производства – главная задача. Завод по производству термопластичного полиуретана был основан в Азове в 2016 году. Это единственное предприятие в стране по изготовлению такого материала. Изначально с нами никто не хотел даже разговаривать. Были даже клиенты, которые не хотели встречаться и говорили о том, что термопластичный полиуретан в России произвести просто невозможно. Но, как показала жизнь, возможно и очень даже успешно. Завод площадью 500 квадратных метров, складские помещения, современное оборудование и высококвалифицированные специалисты. Сегодня предприятие полностью готово заместить любой термопластичный полиуретан, требующийся российским компаниям. Этот материал используется в разных сферах, от изготовления автомобильных деталей до производства обуви. Я не побоюсь этого слова, из нашего сырья можно обуть всю нашу страну в прекрасную рабочую обувь, которая также не будет уступать иностранным аналогам. Показателю качества на предприятии уделяют особое внимание. Каждая партия проверяется в лаборатории. Например, такое свойство, как прочность, испытывают на специальной разрывной машине. Полиуретан очень прочный материал, и при растяжении он увеличивается в 6 раз. По словам руководства предприятия, в год объемы выпускаемой продукции достигают 3000 тонн. В ближайших планах расширить продуктовую линейку, увеличить мощности и географию поставок, в то время как иностранные компании уходят с российского рынка. В настоящее время компании рассматривают новые логистические цепочки, переориентируются на другие рынки, продолжают свою деятельность. Хочу отметить, что благодаря проектом импортозамещения, которые были в предыдущие периоды реализованы, наша промышленность становится более независимой от импортных составляющих. Руслана Сухобок, Алексей Покатило, Александр Кучец, Дон-24, Ростов-на-Дону, Азов.